Здравствуйте, меня зовут Сергей Купцов. С приходом я связан, можно сказать, косвенно уже давно, поскольку когда я еще начал церковляться, через своего одноклассника, он здесь пел на клиросе еще в палатке. Но я в палатке как бы не удалось мне побывать, а уже позже, будучи студентом, я заходил уже в Благовещенский храм. А так активно уже жизнь на приходе сложилась, когда уже будучи семейным, мы переехали в этот район постоянного жительства, и уже было у нас трое детей, и здесь еще родилось, еще после этого двое детей. Все они выросли на приходе, посещали воскресную школу, пели на клиросе, старшие до сих пор еще поют, и возможности тянутся сюда. Ну, для них это, по сути, родной дом. Так сложилось, что нам пришлось переехать 6 лет назад, из города Минска уехать, и в последнее время не получают часто посещать приход. И всегда, когда переступаю, как сказать, ворота территории храмового комплекса, какое-то такое ощущение, что приходишь домой, и такая радость, и на самом деле домашняя атмосфера здесь теплая, внимательное духовенство, потому что ласковое духовенство, всегда чувствуешь себя просто, как бы искренне. Приход в честь иконы Всескрывающей Радости, на самом деле здесь радость.